тебя борода, ты в натуре, Саня, так у тебя как, лицо как жопа моя. Да ты видел себя, блин, ты такой же. Ты охренел, что ли, мазафака поганая. Здорово, народ, с вами Джаз Джекс и Кирюшка Парадекс, и мы продолжаем играть во всякую дичь, и сегодня у нас хоррор под названием «Лабиринт», и мы продолжаем всякую хрень нести, точнее, я продолжаю, Кирюш молчит, привет всем. Здравствуйте, здравствуйте. Так, а тут это записки, короче, на английском. Подожди, я тут survival гид какой-то взял, и все. В смысле? Generator shouldn't be running. This heart is drawn, got something more hiding in the maze on the ring. Короче, генератор робит, нужно найти Джонни вот это. Что-то Джонни Парк, что-то там, я дальше не стал читать. Там ага, вот дальше. Тут записка еще. Я больше не стал читать. Hey, John, mind looking for the that box tape recorders while you're setting the stupid coast up? Да. А, я тоже могу читать, да? Yes. Там пицца написано. А, это прайс. Пицца? Пицца, мне показалось. Это прайс. А, ты найдешь их и леди большое время. Стреляй, ранг не может подходить близко много раз. Джонни. Все. Пойдем. Я буду вот так переводить, короче. Так, погнали, да. Лабиринт, ребят, хоррор, кстати, если что. Напомню, вдруг. Типа страшно будет. О, да. Став, мы, кстати, играем за обычных работников, которые... Короче, нам нужно починить генератор. Вот, записка. Типа, то, что... Да. О, ага. Смотри, опа-на. Уровень. Опа-на. А что, он не работает? Опа-на, уровень. Он не работает, по-моему, нифига. Made in Germany. Что-то ну, ничего есть. Страшного. Пяу-пяу-пяу-пяу. Пресс один, о! А как им воспользоваться? Один. Я взял диктофон. Я тоже взял диктофон. Как им воспользоваться? Не знаю, но на один использовать этот. Сейчас я уберу эти ультры, а то у меня компьютер реально взорвется с этой игрой. Она дурная какая-то. Во. Короче, во, это, видимо, кассеты, когда мы будем подбирать, они автоматом будут воспроизводиться. Вот. Понятно. Так. Dopey Kids. Класс. Да, ну пойдем. Что ж, пойдем. Ой, темно, нихера себе. Я сначала хотел сказать, давай без фонаря, но что-то передумал. Слушай, ну тут, кстати, это... я тебе скажу так, что... А что я первый иду? Иди ты первый. Ёпта. Сука. Пошел в жопу, ты что-то знал по-любому. Я не знал, клянусь. Пошел в жопу, вонючий гусь. О, гриб. Ты на гриб наступил, Кирюша. Да подожди, я это его съесть хочу. Это были не опята, Кирюша, не надо. Ладно, погнали, погнали. О, смотри, я налево, давай ты прямо, я налево. Давай разделимся, да, давай разделимся. Dead End написано, я пошел отсюда. А ты где? Dead End — это тупик. Вот тут я. This way, сюда. This way. О, вообще темно. Ёпт, да пошла ты нахер, мразь! Сука! А тебя вообще не везет. Я налево. А, я вот тут постою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Такой, ты видел? Нет, я за тобой не пошел, я пошел направо. А, тупик! Кирюша, меня подожди. Подожди меня. Рейк побежал? В игру свою, что ли? Да, там Рейк. В смысле, тонкий, нормальный рейк, худой такой. Дэй? Небольшой, не крыса, не мышь, худой такой, дрыщара. А, он мышь. Рейк-мышь. Слышь, мышь. Не мышь. Ты чё? Чё, куда? Ну, направо, давай. А чё я первый иду? Ой, свет рубанул. Да в смысле, иди первым, пошёл в жопу, я уже словил пару скримеров. Ну тебя нахрен. Пойдём, я буду угорать теперь над тобой. Теперь моя очередь. Я на мужика просто пойду, у меня Давай. Подожди, давай назад это вернемся. Нормально будет. Нет, вот тут, нет. Давай сюда. Это... Чё там? Ты опять не увидел, там убежал кто-то. Dead End. Dead Hiendi. Dead Huland-у. Ой, тут мои пеньки, видал были? Чё с этими пеньками? Тут это... Ой, бежал, видал? Видал, голопопик? Мразь! Сука! Да почему? Че это? Кто бы там не бегал во тьме, он страшный! Как насчет того, чтобы этого не делать? Спасибо! Да. Все верно. Опа, а ты переводчик, получается? Я, да, я переводчик буду из этого, который из 90-х. Да.
Так, а направо, налево, давай налево. Давай налево, я люблю налево, да. Ну, в смысле, я левша, просто не подумайте. Да, да, да. Ага, да! Че, обосрался, да? О, этим путем, смотри, правильно пошли изначально. Да, ну правильно, налево же надо. Не, иди первый. Конечно. Ну ничего, страшного. Тяу, 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 тяу! Да-да-да-да-да. Ой, тут что-то есть. Да, бери. Take a break. А, передохните, передохните. О, смотри. Это, да, возьмите прыв. О, иди сюда, типа? Кирилл, 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 иди сюда. Вот тут, короче, этот... Ну, компас. Сам поймешь, да, компас. Да. А, я фаерик взял еще. Два, как да. Два. На два компас. А как пользоваться фаерами? Ну, просто его делаешь, и все, и он у тебя светится. Вот так. Как его сделать? Вот, все, как, два. Ну, два. Ну, еще раз два нажми, когда у тебя компас. А что это за говно? А, ну его кинуть можно. И забрать его больше нельзя. Так, Кирилл, ну пошли. Все, пошли, я тоже с компаса. Ну ладно, давай, я тогда с этой зеленой фигней пойду. А можно и то взять. А зачем тебе зеленая фигня? Перепрыгиваем, ну его нахрен. А! Не, нельзя. Ну все, до свидания. Так, а значит нам получается туда, да? Take... Да, почему фонарь освещает только 2 метра дороги? Так он потому что под ноги себе... А, подожди, нет, не сюда. А, вон куда. Стой, Кирилл. Тут записка. Да, так эта фигня тоже вообще ничего не освещает. I know I was told... Ну, тут сложно. Я говорил, не входить в это реставрированное место, но я нужен знать, что здесь есть. Слухи, которые я слышал, они, наверное, правда. Да. Если ты читаешь это, я здесь. А... I'm in here. Я здесь, да. И, короче, не... Не волнуйся, пуй. Не доска, не доска, это спина вверх, вот. А, да, ну пусть будет так. Не доска, это спина вверх. Это что такое? Не знаю. О, Сань, вставай в центр. Я чем-то подожди, подожди, тут записка еще. Ха! Я понял! Хватает. Нужно сдвинуть некоторые камни, и это заработает! Так, какой же твою мать пароль? Там сейчас справа записка. Ага. А, они не двигаются, кстати. Подожди. Cross it out. Так, gate base open for me. Откройся для меня, короче. Мы, может быть, это ключ к разгадке? Может быть. Нет, не это ключ, а где-то есть ключ к разгадке. Ну, сейчас мы ничего с этим сделать не можем. Подожди, подожди, надо... подожди. The world starts deeper in the muzzle. It's. Смотри, E точно первая буква, да? И S последняя. Да. Угу. Ну, если еще открыть просто без перевода, то видно, что вторая O и предпоследняя E. Если просто взять ее в руки и посмотреть. Видно букву. Так, походу, короче, оно заблокировано. Нам надо вот сюда. Ну, пойдем. Давай, давай, ты первый. О! Глажопый пошел, ну, глажопый. Тихо. Я монгол просто. Я на охоту вышел. О, стоит, бежит на нас, бежит, Кирилл! А, это да тень. Да нормально, ты очкуешь. Это тень была. Да ты не очкуй, главное. Ой, а что, я не вижу ничего. Это ты в этот вошел, выйди а из сумрака. Я в тебя вошел. Это я в тебя войду, понял? Ой, так темно. Так, ну ладно, ну когда... Вот, дядька, да заколебали, уже не страшно, уже покажись уже, ну... Так, а мы, подожди, мы за ним пойдем или что? Или... Давай пойдем. А, стой. Ой, черепа возьми. Че взять? Seriously, this is... This is... Че, Рил? This different balance. Это определенно принадлежит взрослому мужчине.
или человеку. Это не может быть правдой. И кто-то удалил ему зубы. Да. Так. А еще вон туда есть, по-моему, проход, да? Да, это единственный проход. А, все, я же нормально не читаю. Да-да-да. Так, ну вот, вот сюда вот, и тут, да, страшно должно быть, по идее. Да, сейчас будет страшно. Я не знаю, будет страшно, но да, будет страшно. Да, сейчас нормально, я в тебе просто, я ничего не вижу, поэтому нормально. А, о, кость. Вот, кость. О, еще какая-то штука. А, кассета. Кассета. Взаимодействовать. Тихо. А, субтитры можно? Это может пригодиться. Это офицер Фрэнк Миллс. Короче, Роберт, пацан, потерялся? Да-да. Короче, мне нужно найти способ пройти через эти ворота. Да. Тут какой-то пазл и что там еще. Последнее я услышал. А, короче, мне в любом случае нужно keep it anyways. Короче, про это, в любом случае мне нужно все это пройти. Вот. Да. Ну ладно, пойдем. Найти, пройти, уйти. Найти, пройти, уйти. Найти, пройти, уйти. О, дом. Забор. Дом. А, там можно поспать. О. А, это часть топора. Записка. А, у кого-то был плохой день где-то здесь. А, напомни себе дать им немножечко места. А что это? Это вот записка. И она не взаимодействуется. Сука. Это какой-то радио. О, чекпоинт. Да, чек... ты сохранём, значит мы сдохнем скоро. Чекпоинт. Мы можем сдохнуть. Так, три статуи, короче, у трех статуй есть письма, и у них есть криптекс-код. Нам нужно узнать. Твикинг, твик, твик, твик. Я не знаю, как твик переводится. Я не помню. Но недавно слышал. Короче, непереводимая записка на эльфийском. Опа, еще одна. Bunch of statues back this way. Короче, эти статуи будут здесь. Лейбис, какие-то лейблы заруинены, но несколько из них до сих пор написаны письма. Короче, письма до сих пор есть. Так, вон там проход далекий, и вон там темно. Пойдем в далекий. А давай, давай разделимся. Ну давай, иди туда. Да, нет. Тут не просто еще проход. Не, не хочу, я су. Ой, ой, я повернулся и потерялся, а вот сюда. Надо. Вот смотри, вот тут темно. Можно сюда где? Пойти. Я вот тут, Кирилл. Да дальше чуть пройди. Вот он я. А? Тут, короче, большие развилки сейчас идут. Опа! ЕКЮ, они... Я сейчас нормально все будет. Сейчас телефон... Отойди. Сейчас телефон. Оп, сфотографировал. Все. Лайфхаки! Лайфхудскеры! Так, можем теперь пойти вон туда. Вот сюда, вот. И вот сюда. Ага. Ладно, давай пойдем. Я запомнил дорогу. А, вот ну давай здесь, сюда, вот. Да, в эту узенькую вот дырочку войдем. Опа, тут. О, не, давай уйдем. А что, да, а что мы не поздороваемся даже? Да, в смысле, не подходи к нему, не подходи. Кирилл! Я не подошел, я ушел наоборот, ты где? А ты где? А, вот он ты где. Пойдем туда. Пойдем. Идите, он заорал. Во псих. Ну, ничего страшного. Тяу, опа. Тяу, тяу. Ой, а статуя? Так, смотри. Да, она смотрит за мной, я знаю, да. А, двойной скример, понял. Ксес, все, ксес, погнали. Подожди, а куда погнали? А, вот, обратно. Да хватит! Че тебе надо, статуя вонючая? Стой, Кирилл, не уходи. Да ты догоняй. А все, а у меня катсцена. А у меня тоже. Не понял. А в смысле? А,
Походу надо... Это статуя, короче, она запалила, и он, походу, пошел. Так, ну ладно, давай разделимся, короче. Да? Ага. Ну давай, это... Угу. Так. Смотри, вот мы входим. Я вот сразу вот сюда. Я вообще заблудился. Чё, кого? Куда идти? А коды те же, по идее? Ну, я не знаю, сейчас хочу проверить. Я вот иду сейчас туда, где первый код видел. Ой, сейчас я... Ой, подожди, или не туда я иду? Да, те же коды, все ништяк. Кирилл, ты где? Я иду куда-то. А, вот он ты, я тебя вижу. Ага, пойдем туда. Пойдем. Так, там... Тут... Слышишь его, да? Да, вон тут он, да? Да, да, нам дальше. Так, подожди, мы же здесь были. Вот здесь статуя была, да, это? Нет, вот сейчас скажу где. Ну, в смысле, да, мы идем правильно, вот она тут пойдет. Нет, все, да, нам не надо, это все, это мы тут были там. Ну, те же, они сохраняются? Да, да, те же, те же. Все, валим отсюда. Ну... Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Да. Так. Значит, сюда обратно? Еще вон там, да, обратно и налево. Вот здесь, да? Вот здесь мы не были. Вот тут, да. Статуя. Тихо, блин, уходим. Она на... О, не-не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой, я убегаю, я убегаю, я убегаю, я убегаю. В смысле? Тебя съели? Да. А меня нет. В смысле? Да? Ты что, еще живой, что ли? Да, вот он стоит. А почему меня съели? Я фонарь выключил. Ты что? А, так я возродился. Я возродился. А, да? Да. Так я убегаю, тогда чё я к нему иду? Ты где? Я тут. Пойдем. Пойдем. Он, конечно, в том проходе лазит. Пойдем вообще налево. Так мы налево были. Ну там же дальше проход был, мы же дальше не ходили. Мы ходили, ходили, ходили. Вот тут мы были, а вот тут мы не были. А вот тут мы не были, да? Нет. Ну ладно. Вот это вообще, вот ты чё, это? У меня топографический... Кретинизм. Да, у меня тоже, но я помню. А что это такое? Тут ой, на плиты. А, тут надо все эти зажечь. В правильном порядке, короче, надо вставать. Да, да, да. Ой, ну вот, кстати, твоя сейчас была, по-моему, правильная. Да. Вот это, по-моему. Так, ой, подожди. Давай один будет ходить, потом сейчас. Ну давай, ходи, короче. Давай. Я? Ну давай я. Так. Так. Подожди, а если я обратно сейчас наступлю? Так, все, у тебя первые три полоски загорелись полностью. Стой. Так, стой. Еще раз наступи на нее лучше. Ну, ладно. Нет, стой. А. Так. Стой. Стой, 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 стой. Стою. И вон тот угол зажги еще сейчас. Все, стой. Аккуратно. Ха! Ты дал? Ха-ха! Ну да. Я понял. Че открылось-то? Не знаю. Что-то открылось точно. Ой, там дядя стоит. Че, давай звать его сюда? Через так в смысле? Ну что, а как мы пройдем через него? А так что-то другое открылось, наверное, нет? А, ну вот, подожди. Так мы отсюда пришли. Откуда мы оттуда пришли, где дядя? Разве? А? Нет, по-моему. Да-да-да, я тебе говорю. Ну, хрен его. Подожди, а вон туда, смотри. Ну, там дядя стоит. Там... Да нету тут дяди, дядя там. Да вон он впереди чё? Стоит, тень его. Ты что, не видишь? Да где? Нету его тени. Там была тень, отвечаю. Так, ну, тень, может быть, была, но дядя-то там. У нас, по идее, здесь проход открылся. А, типа он, короче, закрыл нас и не выпускал, да? Да, да. Я помогал его выманить. А, это мы к началу пришли. Так, сейчас, подожди-ка секунду. Продолжаем. Так, они крутятся, да?
Блин, а какое у них расположение? Вот так расположение? А, вот, все, вижу. Так, блин, а какой там? Я поставил последнюю S. Да я поставил первую букву же, ты шо? Е поставил, да? Да, да. Предпоследняя тоже Е. Так, здесь Q, по идее. А? Вот тут S. Так, ты Q пропустил, что ли? Да. Но у нас же, по идее, есть уже слово, да? Ек, и тут У. Ультра. Так. Еку. Т. Так, да, здесь Еку. А здесь Ксес, наверное. Не знаю, может быть, вот вторые три это Ксес. Либо последний Ксес. Последний. Последний. Последний Ксес. Не и вижу, Кирилл, не свети, не вижу. У нас нет еще одного среднего ряда. Так мы вообще угадаем, и все? Да. Давай листай. Средний ряд. Подожди, я X поставил, да? Это X? Я не вижу сам. X, да. Яку и Ксес. Яку и Ксес. Я не знаю, Кирилл. Пойдем еще. У нас последний ряд остался. Давай крутить его. Так он по центру. Ну и крути его. Ты с ума сошел, что ли? Это все. Что, он один? Так тут комбинации, в смысле? Ты что, ты же по три штуки крутишь. Ну, типа, раз, два, три. Три ряда еще. Три буквы. Три ряда. Три буквы, да, три буквы. Я думал, один, в смысле? Нет, три буквы осталось. Ты видишь, один ряд. А это, ну и что, куда идем? Ну, обратно возвращаемся, что? Пошли искать. По факту мы, ну, разгадали мы эту головоломку. Нам должны были три буквы дать. Давай искать их, мы, видимо, их не нашли просто. Да, скорее всего, где-то закрыто. Угу. Угу. Ну да, я все равно бежи, момент со звонком бежи. Вырежу, момент с этой с головоломкой вырежу. Там минут 20, наверное, у нас уже есть. Минут 10 бежи. Вырежем. Я тоже прыгаю. Так, там что ничего нет. Я просто посмотреть, мало ли, может быть, там есть что-нибудь. Не-е-е. Ну вот, это место. Так, а там дядька, да, стоит? Да, ну, может, он ушел, я не знаю, но вряд ли. Ушел. Ну, он на углу, наверное, он близко. Да, если что, пойду умру, ничего страшного. Ну, как говорится, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Это, у нас где еще не было прохода? Там дядька стоит, кстати, сейчас, вот тут. Через дядьку мы особо не ходили. Вот там он стоит. Да хер с ним, пойдем вон туда. Куда? Сейчас до Талова и налево. Где он не, нас не пустил тогда. Так, это получится вот здесь. И вот сюда направо. Разве? А, еще вот тут есть. Есть вот сюда направо, мы там не были. И прямо вот тут мы не были. Ну, давай прямо пойдем. Мы точно прямо не были? Да, не были, не были. Вообще читерство, конечно, если заранее знаешь. Еще проход. Скорее всего, это один и тот же. Сюда? А... Ну, пойдем сюда. Мне кажется, они соединяются просто. Сейчас мы придем там, где мы были. Нет, смотри, мы тут не были. А, нет. Потолок, да. Просто тут слишком замороченные какие-то, блин, повороты. Вот, пробегаю. Ина. Ина. Ино. Все, бежим, бежим. Подожди, бежим. Я это сфотографирую. Вдруг забудем. Ино, да на тебя статуя смотрит. Он сейчас сюда придет. Уйди от тут статуи, господи. Стой, Кирюша, подожди меня. Чё, ты дорогу обратно не найдешь? Нет, конечно. Да ты не в ту сторону уже пошел. Я знаю, но мы найдем другой путь. Мы найдем иной путь. Ведь мы до хера Сусанины. Статуя. Да все нормально. Да там статуя была. А, вон тут. Где? Звуки. Пойдем сюда тогда. А мы тут выйдем? Нет, Кирилл, назад. Так а там нет, он там, да, 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 да. Че орешь на меня? Да потому что. Че орешь, сука, че. Ну, а че, сука. А, тут статуя, нет.
А я не знаю, как мы отсюда выйдем. Ну, ничего страшного. Бежим. Ну, я сдох, конечно. Кирилл пробежал, а я сдох. Ну, естественно. А, так он за мной бежит. Ты что, дома ешь? Меня съели. Но какая разница? Мы же знаем. Мы же знаем. Да. Понял. Ой. И все, в принципе. Чуть мозг свой не высрал, господи. Ну, это жестко. Так. Все, пойдем разгадывать. А куда? Сюда? Ну, дальше. Отсюда. А, ну, да, наверное. А ты где? А я ушел. Куда? Куда-то, не пойму. Твою мать, ты меня напугал, чё, дебил, блин. Я ради тебя. Вон там дебик стоит. Где? Да ты на него идешь. Я не видел. Да вон где он прямо. Путался. Я не знаю, пойдем назад. Скорее всего, вот туда. Ну да, наверное. Ага, сейчас. Так. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Так. Как мы ее потеряли? Я потерялся, Кирилл. Как мы могли ее просрать? Так, подожди. Не ссы. Там дядька стоит, да? Да, там стоит дядька. Иди прямо тогда. Давай пойдем через наш тайный проход. Тайные тропы? Да. Который через головоломку нас ведет. Вот тут мы, смотри, мы его обходим. Так он же нет. Справа. Вот. Вот. Он загрелся, Кирилл! Сука! Меня съели, во, во, беги! Во, во. А я нашел. Везет тебя, у меня сейчас уши взорвутся от этих звуков громких. Кирилл, я потерялся, блин. Выйди! Да как ты потерялся? Где я? А, фух, я за стол просто зашел, назад обернулся, оборачиваюсь, я в траве, короче. Там в этой траве легко потеряться. Да. Да? Ай, подожди меня. Нет, беги, куда я бежал, помнишь? Он заспавненный прям. Так все, он за мной. Так... Да вы угораете, он на проходе заспавнился. Подожди, Кирилл, я еще не вышел. Вы что, гоните, что ли? Как мне через него пройти? А я запутался. Я потерялся. А, нет, все, я вышел, все, нормально. Я открываю, Кирилл. Да, конечно. А вдруг, если я открою, то ты заспавнишься просто рядом со мной? А какой там был? Ена? Ина? Ина, да? Ино. Ино. Ты прикинь, он в проходе стоит. Я не могу уйти. А, да? Все. Сейчас, Кирилл, я тебя спасу. И... Т-Е-А. А, не, не та И, дурак я. Ай же. Вот, И, Ай. А вон, А. И-но. Да, я открыл. Ничего не происходит? Да ну, без меня. Звуки у меня происходят. Вот, это я открыл. Ты вообще молодец. Ты меня подожди, я бегу. Я жду. Он ушел? Все, я жду тебя. Ты меня можешь встретить? Ну пойду, ладно, встречу тебя. Так. А он скорее сюда заспавнился, теперь там дальше. Я прыгаю к тебе, Кирюша. Я кузнечик. Видишь меня? Все? Да, изи вообще, да? Ну так и я тебе про чё? Ну только если бы меня на спавне не убивали бы. Ну я не виноват.
Зато мы прошли дальше. Так. Я думаю, что если сейчас мы зайдем и будет чекпоинт, то, может быть, закончим или что? Или дальше продолжим? Ну, подожди. Вот, чекпоинт. Чекпоинт. Ну, я предлагаю тогда просто на этом серию-то закончить. Просто игра как бы короткая, она тут закончится примерно где-то должна будет скоро. Да. Скоро? Да, но это ранний доступ. Ну, я понимаю, что ранний доступ. Мы фонарь открыли, да, какой-то? Что это? Ту-рю-рю-рю. Ту-рю-рю-рю. Может, она просто закончится скоро? Думаешь? Что мы взяли? Вот, фонарь на единичку. Так у меня... Я просто пытался, а там ничего нет. А ворота позади закрылись. Мое радио больше не работает. А нам нужно, короче, двигаться дальше по лабиринту. Посмотрим, смогу ли я дать сигнал. Так, и что, давай тогда заканчивать. Видимо, есть проход дальше? Да, конечно, есть. Ну все, ребятушки, надеемся, вам понравилось. Игра, в принципе, ну, такая прикольная. Как бы не супер-пупер, но прикольная. Я ожидал от нее пострашнее немножко. Вот. Обязательно, обязательно пальчики вверх, обязательно комментарии ваши, да, да, да. Вот это вот все подписочки, новые вот это вот колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно с вами еще увидимся. И всем пока. Пока-пока. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.